Полиция Берлина в ужасе. Шесть чеченцев уложили 20 арабов. Полиция Берлина рассказала, как шестеро чеченцев уложили 20 членов арабского клана. Пресс-секретарь профсоюза полиции Берлина Бенемин Яндра в интервью Деуще Эль заявил, что уроженцы Северного Кавказа совершают в Германии преступления по вымогательству, крышеванию наркоторговли. Для противодействия Кавказцам пришлось даже сформировать единственную в ФРГ следственную группу, которая направлена на борьбу с организованной преступностью с участием выходцев с территории СССР. В их ряду немецкие полицейские особо выделяют чеченцев, как заявлено, чрезвычайно сплоченных даже для ОПК. По его словам, Представители северокавказских народностей заслужили в уважение преступного мира за сплоченность и эффективность. Злоумышленники чеченского и в целом северокавказского происхождения являются прочной составной частью структуры организованной преступности в Берлине. Из-за высокой готовности к применению насилия они считаются очень эффективными в достижении своих целей. В кругах злоумышленников чеченского происхождения крайне сильно выражено понятие чести. Очень высока готовность к применению насилия. А вот уважение к государственной власти крайне низко, пояснил Яндра. Пресс-секретарь подчеркнул, что на сегодняшний день у многих чеченцев есть опыт боевых действий, они не стесняются применять оружие, будь то ножи, пистолеты или автоматы Калашникова владея техникой единоборств. В качестве примера представитель полиции привел случай, когда шестеро чеченцев уложили на землю 20 членов арабского клана. Это вызывает уважение в кругах организованной преступности. Жестокость – это то, что отличает их от всех остальных. Если кто-то планирует тяжелейшее преступление, он обращается к чеченцам подчеркнул Гиндра. 8 июня чеченцы устроили митинг в Берлине, на котором протестовали против античеченской кампании в СМИ и участившихся случаях депортации в Россию. Участники акции также выступили против использования в прессе формулировки «чеченская мафия». Уважаемые читатели! Помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, Алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.